Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я покажу, как разблокировать iPhone без потери данных, если вы забыли пароль. Бывают разные ситуации, возможно, забыли пароль на iPhone, так как большинство случаев использовали Face ID или Touch ID. Где-то записали пароль на iPhone и не можете вспомнить где, или кто-то пошутил и изменил пароль, и так дальше. Не стоит отчаиваться, так как прямо сейчас я вам покажу, как разблокировать iPhone без потери данных, если забыл пароль. Да, вам не послышалось, мы рассмотрим рабочий способ, как сбросить пароль на iPhone и не потерять при этом важные данные. Этот способ полностью официальный и совершенно бесплатный. Перед тем, как разблокировать пароль на iPhone без потери данных, буду благодарен, если подпишетесь на мой канал, нажмете на колокольчик и поставите палец вверх. Ну что ж, усаживаемся поудобнее и поехали! Что нужно для удачной разблокировки iPhone без потери данных? iPhone, который застрял на экране ввода пароля, кабель для подключения устройства к компьютеру, компьютер под управлением macOS или Windows с подключенным интернет, Apple ID и пароль от учетной записи, который привязан iPhone. С помощью этого видео получится разблокировать iPhone без потери данных только на своем смартфоне, владельцем учетки которого вы являетесь. Чужой, найденный на улице или купленный в заблокированном состоянии iPhone разблокировать вы не сможете. Итак, при разблокировке iPhone все данные сотрутся, но после этого можно восстановить информацию на iPhone из актуальной резервной копии и получить гаджет в состоянии, в котором он был до блокировки. Вот только бэкапы создают не все пользователи. Если вы создали резервную копию iPhone в iCloud, тогда у вас есть вероятность частично восстановить данные. Однако есть способ создать полный бэкап уже заблокированного iPhone. Для этого подключаем iPhone к компьютеру, с которым вы работали ранее. Это должен быть один из ПК, который был помечен в качестве доверенного. Если ранее вы не подключали iPhone ни к одному компьютеру, способ не сработает. Запускаем Finder на Mac, либо iTunes на Windows. iTunes должен быть последней версии. Ссылка для скачивания iTunes будет в описании, там же вы можете найти, как обновить iTunes. Ищем iPhone меню приложения. В разделе «Резервная копия» выбираем этот компьютер и жмем опцию «Создать копию сейчас». На компьютере должно быть достаточно свободного места для полного бэкапа iPhone. Если опция недоступна и кнопка выделена серым цветом, значит данный компьютер не является доверенным для вашего iPhone. В этом случае создать полный бэкап данных на компьютере у вас не получится. Вы только сможете разблокировать iPhone с потерей всех данных. Для этого просто делайте все, что я сейчас буду показывать. Дожидаемся создания бэкапа. После удачного создания резервной копии переводим iPhone в режим восстановления. Для этого не отключаем смартфон от компьютера. Дальше в зависимости от устройства. На iPhone 8 или новее, для того, чтобы перевести в режим восстановления, нужно: первое, нажать и быстро отпустить кнопку увеличения громкости, нажать и быстро отпустить кнопку уменьшения громкости, нажать и удерживать боковую кнопку, пока не увидите экран режима восстановления. Это индикатор подключения к компьютеру или знак iTunes. Что из себя представляет режим восстановления, я вам сейчас покажу. На iPhone 7, 7 Plus одновременно нажимаем и удерживаем верхнюю кнопку или боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости. Удерживаем их, пока не увидим экран режима восстановления. Если у вас iPhone 6s или более старые модели с кнопкой «Домой», тогда одновременно нажимаем и удерживаем кнопку «Домой» и верхнюю или боковую кнопку. Удерживаем их, пока не увидим экран режима восстановления. У меня iPhone 7, поэтому я одновременно нажимаю и удерживаю боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости. Удерживаю их, пока не увижу экран режима восстановления. Вот он. Компьютер увидит iPhone в режиме восстановления и предложит обновить или восстановить. Жмем «Восстановить». Нужно немного подождать, пока на компьютер загрузится актуальная прошивка. Если iPhone вышел с режима восстановления, это нормально, такое бывает. Главное, чтобы вы перевели iPhone в режим восстановления до окончания загрузки программного обеспечения. Дальше iPhone начинает перезагружаться, при этом полностью удалив все данные. После этого iPhone включается, приветствует вас на разных языках мира, и дальше мы настраиваем его все как на новом iPhone. Вводим свой Apple ID и пароль. После процедуры разблокировки iPhone загружаем данные из актуальной резервной копии.
И вуаля! Таким образом, мы разблокировали iPhone без потери данных. Вот так, ребята, вы можете легко и быстро разблокировать пароль на iPhone без потери данных. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно жмем на колокольчик, оцениваем видео лайком. Есть вопросы, пишите. Всем желаю удачи и пока-пока!